Жил-был недоделанный химик Лёля. Это одно из моих хобби. Чайное хобби. На самом деле где-то еще убран стеклянный чайник для разогрева на свечке с прибамбасами, подставочка, там свечка ставится. Чайничек сам на 700 миллилитров, когда-нибудь его, может, достану, засниму. Раньше это я все фотографировала и выкладывала в бложек. И один мой знакомый, приятель по сети, Миша, нещадно вопил, что ты делаешь, что все, нельзя такое выкладывать. Так, у меня там фоном компьютер гудит поближе. Началось все, не знаю, лет 16-17, наверное, с пары пачек зеленого чая обычного, по-моему, Малахит или Лютая, уж точно не помню, вообще существует ли эта фирма сейчас, и с пары пачек мате. Потом мате исчезла из продажи в нашем городе. Ну и как-то вот так шло, там иногда травки какие-то собирала. Однажды в 2009 мы с подружкой пили черный чай с васильками и поняли, что васильки вполне можно собрать. Купить какой-нибудь парашненький чайчик и закинуть это все туда. В каком году стала я травки собирать, сложно сказать, откровенно говоря, я не помню, но чаем я увлекалась уже давно так. Ну, никто, конечно, не поверит, что до 15 лет я чай вообще не пила. Пила что-то по типу ослиной мочи, как моя родня выражалась. Это все, кстати, в 2-3-4 ряда, там несколько раз, тут эти всякие чайчики. В некоторых коробочках, вот здесь, кстати, по-моему, зверобой уже. А не то, что когда-то там было. На самом деле, тут было когда-то два луна конфуциевских. С розой и османтусом, насколько я помню. Бамбуковая коробочка. Покупалась в основном из-за того, что она бамбуковая. Вот, кстати, то, что там было. Ну и вообще мне по какой-то моей, по-моему, желудочной болячке надо было пить зеленый чай. Он был для меня горьким, я его терпеть не могла. Хотя моя сестра с мамой его очень любили. Так получилось, что где-то, наверное, лет в 17 я начала пить чай. Черный и зеленый, в основном зеленый. Кстати, это сахарничка, ну, моя родня из-за того, что она уже такая сильно антикварная, хотела ее выкинуть. Она мне, конечно, жаба задушила, я вообще такой скопидомок. Здесь у меня одно время лежал пуэр. Сейчас у меня тут в газетке какая-то трава неведомая. А может быть и ведомая. Кстати, это смола пуэра. Али заказывала, раньше заказывала на паре российских сайтов, но просто, в принципе, она тогда там была дешевле. Да и как-то качество получше. Кстати, еще одна смола тоже с Али. Весной, по-моему, заказывала. Тут еще какая-то неведомая травка. В этом году я очень много всякой травы насобирала. У меня до сих пор еще есть лежит пара пакетиков, точнее даже мешочков таких, типа магнитовского пакета в газетках, ибо просто не было места, куда их складывать, ни коробочек, ни еще какой-то фигни. И даже собирала в основном из принципа, ой, с тетей ходили за грибами, но я говорю, что это такое, она говорит, ой, возьми, так это полезная трава. Не помню, как звать, ну и случаем, если она полезная, да никто не вспомнит, что с ней делать, или ее пить нельзя и заваривать, то можно из нее сделать отвар и зафигачить мыло. Такой сумбурный немножко обзорчик. Пуэром я начала увлекаться, заниматься, пить его в 2009 году. Мне подружка одна по моему такому хобби оплачиваемому прислала посылку, где был чай всякий разный. Мы с ней, правда, уже не общаемся, ибо разошлись в интересах. Так, он тут. О, хризантема. Коробочки из-под чая. Кстати, чай хороший. Ксюшка мне такую присылала. Вряд ли она меня смотрит, но если смотрит, то ей привет. Вот это обезьянка из одного обзора. В ней можно заваривать мелкий чай. На больше она не рассчитывается. Это чайничек чугунный. Я его привезла из Петрозаводска в 2013 году. Из
ресторана суши что-то там. Суши-мания, кажется. Вот эту штучку мне тоже заварочка подарила моя любимая падрочка Екатерина Михайловна. Это женщина, с которой мы играли в театре книги, по-моему, с конца 2012 года. Вот. Там такой грузик. Вот такая мисочка. В общем, потом как-то пошло-поехало, я стала всякие чаи. Про какие-то читала, какие-то просто покупала. Про какие-то слышала что-то. Ну и какие-то сначала пробовала, потом они мне нравились. Все нравились. Ну, в общем, кучу всего перепробовала. Тут у меня даже одно время, можно сказать, приторговывала я чаем. Через меня там девочки какие-то заказывали. А, это не совсем чай, это я привезла из Таллина. По дороге с Таллина до Хельсинки на Викинг Клаб. Пыталась я ее открыть, глотнуть. Не поняла, что это за хрень. Хотя мне сказали, при бессоннице надо ее тяпнуть. Всю вот эту бутылочку. Для меня это очень много. Она очень какая-то спиртовая. Я бы кому-нибудь ее лучше споила. Кстати, стопочка. Череп. Заказывала на лайте. Под чай. Правда, она, по-моему, под алкоголь. Там 50 миллилитров. Где-то еще такая же вторая стопочка есть. Тут что-то у меня от Пуэрки. Тоже, кстати, с Али. Так. Вот это маленькая. Ей лет 200, наверное. Это от моей там какой-то прабабушки досталась. Мельничка. Кажется, ее в Питере делали. Кстати, когда мы были в Белоруссии, то в музее Мицкевича была точно такая же мельничка. Что это такое? Это вот у меня ступа. Правда, без бабы-яги. И там смола, правда, уже не родная. Покупала исключительно из-за нее. Что-то порядка 500 с чем-то рублей. Причем я ее очень долго хотела. В России она стоила чуть ли не 3000 тогда. Это года лет 5, что ли, назад. И вот, по-моему, в прошлом году ее заказывала. Это, кстати, чашечка, там где-то еще блюдечко есть. Это вот да, в ней смола, оказывается, заныкала сама от себя. Это французский фарфор королевский с какого-то там королевского завода. Это мне падре привезла, которая Екатерина Михайловна с Франции года два, наверное, назад. Вот. Вот такое вот. Ну, чашечек у меня дофига. Я еще одно время коллекционировала ложечки лочек, тоже дофига. Еще у меня где-то есть фондюшница. Сестры мне на 8 марта подарили вот палочки из нее. Сама фондюшница, кстати, на свечке она. Где-то тоже убрана, потом однажды достану. Так, кстати, первые мои чашки из Эфраше. Мои любимые чашки. Тут палочки для жратвы японской кухни. Специально купленные. Ну и какие-то палочки просто уже оставшиеся от всяких там суши-роллов. Я обычно ими размешиваю свои мыльные эксперименты. Потом однажды засниму про них видео. Там у меня чашечка с заваркой, с заварочником. Родня мне подарила тоже, по-моему, на 8 марта. Это мечта идиота, очень хотела. Однажды поехала какую-то контрольную отвозить в Ярославль в ПЕД. Училась я на культуролога. Как сказал товарищ Азов, пить, курить и материться, культурологи будут дома. И зашла на рынок в чайный отдел. Ну, в общем, как обычно, истратила, не поверите, раньше на чай тратила до 2, 3, 5, 6 тысяч. Ну, деньги-то девать некуда было, да? И вот очень хотела, это бамбуковая ложечка для чая. И был такой чай Грейс Гужан. Шикарный чай, где-то у меня до сих пор чуть-чуть осталось. Он зеленый. Такой крутой такой скрутки. Там была эта ложечка. Потом у меня еще где-то ложечка была, еще ложечка. Одну ложечку подарила тетушке своей. Это бамбуковая бомбилька. Там она какая-то из них дала трещинку. Кажется, вот это вот. Да, с трещинкой. Это мне Юлька присылала. Юлька, если ты меня смотришь, привет тебе. Если не смотришь, хрен с тобой. Это вот она мне прислала. Причем так шикарно было. Я сказала, ой, всегда хотела такую хрень. Колебаса. Под мате. И она раз и присылает мне такую колебаску. На самом деле у меня еще первая есть где-то. Где-то есть, да. Может где-то тут, может не тут. Колебаска.
Причем такая, как в фильмах, где снимается Эрейра, она была. Кстати, вот здесь у меня, ну да, кофе мне тоже не чуждо. Я его варю. Это мельхова, ровая турка. Много-много нервов и мозга моего ушло, чтобы мне ее подарили. За некую, так сказать, собачку. Ой. Вот это, кстати, какая-то раритетная хренотень. Времен советских годов у нас не было соль. Что в ней до этого было, я вообще без понятия. Из-за трещинки моя родня, как обычно, решила, что ее надо утилизировать. Но сейчас у меня здесь тут перчик красненький всякий, цветочный лежит. Я вообще скопидомок редкостный. Там тарелочки, которые тоже либо с трещинкой, либо уже по методам моей тетушки нельзя их есть. Вот что-то такое, крышечка от какого-то чайничка доисторического, маленькая чачка кофейная, кофейного сервиза уже нету, он принял ислам. Это, кстати, коршак, что же это такое, ну, в общем, вот такая хренотень, которую мне Маша меня не смотрит, поэтому ей можно привет не передавать, она такой неосиливает, из Пскова привезла кушенечек в этом году. А, это... Вкусные, кстати, конфетки, но тут какая-то трава сейчас на данный момент. Просто надо было положить ее. Так-с. Это я из Казани приволокла, из православного монастыря в этом году. Это я у нас купила, просто мания, любовь к этим сундучкам. Там тоже какая-то трава. Так, тут шарик. Люди, не дарите мне чай в шариках. Их открывать неудобно. Они место занимают. Да, кстати, вот тут мальва. Хотела вообще я обзор делать про мальву, но вот открыла. И не знаю, как теперь перенести фотик, чтобы уже заснять про мальву. Стоять не падать. Он в том горшочке деревянненьком. Даже не то, чтобы горшочки. Вот здесь, кстати, да, был мед. Это от Green Mama. Одно время они давали в подарок за заказ такие вот на Новый год медовые фигнюшки. Там еще был у них зеленый чай с васильком и какая-то еще хренотень. Ой. Здесь уже, скорее всего, не родной чай. Тут был джигу. Ну, джигу у меня где-то есть. Тут, по-моему, у меня лапача. Это латиноамериканская такая кусочка деревьев, которая бодрит по типу мате. Вот это, кстати, смола. Паста. Это я у Дори брала. Советую продавца Дори Ксю. Совсем чуть-чуть. Она такая черная-черная. В принципе, это как вот пуэрная смола, только что порошочком. Вот, кстати, еще один. Я в каком-то русском магазине покупала, кажется, на ЧБ. Однажды у меня было неудачное свидание для меня в Ярославле. Ну, я хотела еще купить что-то для фотоаппарата, для другого. До этого у меня был тоже Casio. То ли аккумулятор там садился, то ли еще что-то, то ли вообще матрица решила подохнуть. Ну, неудачно я сходила в магазин, ничего мне невнятного не сказали. Но зато я увидела магазин «Центр китайского долголетия», где я там всякую немножко фигню просто купила, какую-то китайскую, типа медицины. И... Надеюсь, вы там сидите. 6500 я истратила только на чай всякий разный. Просто так вот у меня был такой плохое настроение. Мне хотелось что-нибудь такое купить. Поотрываться. Вот. Ну, тут ивановская фигнюшка. Потом она в пустых баночках будет. Это подсвечники от Эфраше. Это стаканчики из Беларуси, из Лиды. Это хрусталь. Вот это, кстати, пиалочки. Там у меня где-то еще, вот рядом будут совсем маленькие пиалочки. Это исинская глина, кажись, не обожженная. Это чай, кстати, вот пуэр или улун лучше заваривать в каком-нибудь одном чайничке. Вот этот у меня, по-моему, под улун. Вообще китайцы считают, что вроде как чайничек изнутри лучше не вымывать. Ну, конечно, чайники-то выкинуть, но не так, чтобы там с порошочками намывать. Это... бамбуковый подносик, не поверите, однажды мы с подружкой в 2010 году ездили в Кострому,
И Лёля там 2 с лишним тысячи оставила в магазине с очень-очень дешевым чаем и чайными приблудами. И вот этот подносик я там купила, и вышла 2 пакетами. В результате нам пришлось идти в гостиницу вместо того, чтобы погулять еще дальше. И под вопли моей подружки Маши на тему, что я шопоголик. Это, кстати, свечечка из набора, она с лавандой, Green Mama. Они тоже вот присылали эти свечечки в подарок одно время. Это бамбуковые блюдечки, просто очень я их хотела. У меня какие-то бонусы были на лайте, мне еще Юлька закинула монеток. И сбылась мечта идиота, они мне пришли. Они вообще под чайную закуску. Вот тут тоже еще одна пиалочка. Вообще у меня их 3 пиалочки такие. Соответственно, там где-то под ними еще блюдечки есть. В этом чайничке я завариваю пуэр. Хотя, кажется, возможно, я путаю, может быть, в том улун в этом пуэре или наоборот. Надо там по запаху определять. Тоже исинская глина. Вот это, кстати, с двойным дном. Ой, такая прелесть. Тяжеловастый, кстати. Это я последняя моя покупка чайная на Али. Вообще на картинке они казались несколько больше. Но если к вам пришли какие-нибудь незваные гости или какие-нибудь такие, с кем вы не очень хорошо контактите, вам неприятно они, но пришли и выставлять вроде как неохота, то можете заварить в ней какой-нибудь крутой чай типа луна. Вот, кстати, блюдечком. Такая вот пиалочка, в которой это все заваривается, покрывается крышечкой. И напоить. После второй такой пиалочки, я уверена, люди вспомнят, что у них есть какие-то дела и свалят от вас. Тут у меня стеклянная какая-то мисочка из-под какой-то чашечки, которой уже давно нет. Там, кстати, блюдечки из макаревских чашечек для кофе. И вот то самое блюдечко, это оно как раз вот этот французский фарфор из Франции. Масло масляное от той чашечки. Таких ситечек было 3 штуки. Одно в деревне, одно я подарила, кажется, своей тетушке. Одно вот оно конфуцевское шло в подарок в Лунах и Бабао. А на Али или просто в русских магазинах оно, соответственно, стоит что-то какие-то запредельные деньги. Это мой последний чайный сервиз, который я купила как раз после видео, наверное, будет поворачиваться. Надеюсь, то я повернула, как-то не подумала. После того, как приехала с Эстонии и Финляндии, была у меня тогда подружка Дана, она меня не смотрит, поэтому ей не привет. Да и вообще ей не привет, она как-то не очень у нас не получилось, мы разошлись не то чтобы интересами, но и всем остальным. Кстати, там вот видно, сейчас скажут, о, срач, это огромные листы бумаги, и там досочка, такая типа мольбертика, дедушка делал, на котором я рисую. А это мой велотренажер, который я в последнее время не пользую, потому что у меня немножко невралгия, что-то долбится меня. Так это вот опять этот подсвечник. Просто ставить некуда, это огромное. Я им так не пользуюсь, им не очень удобно пользоваться. Купила, даже уже не помню зачем. Видать, понравился просто. Даже не помню, где покупала. Это чайная ложечка. Она керамическая, тяжеленькая. Ну и не очень удобно ей брать. И вообще, кстати, это подносик. Вот все в этом месте было, конечно, кроме вот этой хрени. И того блюдечка из-под пиалочки. Это исинская глина. Там чайнички можно просто заваривать. И также из него пить. Не как из заварочника. Вообще как чайник использовать. Вот эти, кстати, у меня 2 салфеточки. Это мне Панда вязала. Называется «Чай вдвоем». Мы с кем-то из девчонок их, по-моему, с Ксюшкой опробовали. Так вот, я купила этот набор. За 1300, что ли, и думала девчонок напоить, но девчонки в результате ко мне не явились, интересы у нас разошлись, о чем я, в принципе, не жалею, потому что Дана ко мне водила девочек, которые у меня что-нибудь доуволакивали без спроса. А, кстати, вот и колебаска-то эта. Вот та самая первая колебаска, в 2008 году купленная. Вот, наверное, 2008 у меня пошел уже такой конкретный бзик на чае, потому что все приглуды там уже стали собираться. Это вот родная от нее. Эту я купила в упор, не помню где. Она деревянная, кстати. А так-то она должна быть, в принципе, из тыквы специальной. Вот там тыковка. Ну и там, который до этого показывала. Это мне, кажется, прислала отдельным уже вариантом Юлька, потому что бамбуковая трубочка у меня долбанулась. Ну что, поближе. Тут всякие сувениры. Котик, который 300 лет висит. А, да. Одно время я страдала всякой
литературной фигней. Второй раз, как я на этом, на фестивале Логарифмы, не знаю, видно его там четко или не видно. Я в пятом классе, кажись. Это маразм у меня на обезьянках. Ну, я так и думаю, вы же поняли. Маразм у меня на розочках. Это вот мечта идиота. Кул Шариф. Потрясти ее, то там типа снег пойдет. Такой блестящий. Нарисовала я такую хренотеньку. Девочке одной понравилось, я ей послала. Взамен мне пришла посылка со всякой вкусной сладостью. Неожиданно приятно. Я боюсь показывать на пол, потому что там такой жуткий бардак, откровенно говоря. Я с детства так привыкла, родня приучила, что бумажный мусор мы сжигаем в саду. До сада от моего дома минут 15. Ну, у меня там две или три коробки, когда их все-таки снесут. Тут всякие у меня книжки сувенирные о чем-то. Это Коран, кстати, на арабском. Доставать уж не буду, маленький такой, просто как сувенир. Вы там не думаете, что я во что-то верю, я, в принципе, только продвигаю саму себя. Типа, Лёля бог, как сказал Глебушка или кто-то там. Эту хренотень мне игольница подарили на каком-то мероприятии социальной поддержки. Я там стихи какие-то свои толкала. Так. Попробую я, наверное, все-таки сделать обзор мальвы. Тут у меня кусок моей почты. Вообще тут жуткий редкостный бардак. Вот, можете на книжку пока посмотреть. Лёля пытается что-то достать, при этом ничего не уронить. Так, на чем у меня обычно стоит фотик? Тут у меня справочник Линукса, в который я пару раз заглядывала со страшной какой-то хренотенью. У меня еще нос потек для большего счастья. Так, сейчас мы доминуем как-нибудь, и я возьму Майю, чтобы уж не шокировать людей, что у меня тут действительно местами бардачок. Ну и на что бы такое обернуть себя? Так, тут моя рука, извиняюсь. Вот. Не знаю, что там будет видно, но надеюсь, что-нибудь будет видно. В общем, вот это вот мальва. С мальвой я познакомилась как в плане заварки чай. Вообще, все, что я завариваю, в принципе, называю уже чай, так что, чтобы уж не оговариваться, там травяной настой или еще что-то. Вот мальва сушеная. Ну, все, наверное, знают, или кто не знает, она обычно растет там в огородах, в садах, такая розовым цветет. Когда она высыхает, она вот становится такая светло-фиолетовая. Получилось как? Вейфраше был такой вот спрей. Он же шампунь еще такой серии есть, мальвой, для объема волос. А это, кстати, вместо лака для волос очень хороший, натуральный. Смывается и волосам нормально, и ну, все, короче, рады. В общем, я решила, что раз его можно прыскать на волосы, то, наверное, его можно и заварить. Я его заварила, попила. По вкусу это как овсянка на воде. Ну и получилось так, что я решила про нее погуглить, поиндексить и проще просто почитать потом по травникам, что это такое, с чем ее едят. Мальва полезна при кашле, при мокром она, соответственно, выводит мокроту, при сухом она его размягчает. Полезна при желудочных болячках, там при колитах, при поносе, уж извиняюсь, что затронула такую странную тему. И, в принципе... Сейчас я гляну, там вроде у меня еще есть какое-то время, чтобы записываться и не подохнуть. В общем, можно ее сочетать с какими-то травами, можно с зеленым чаем. Ну, с зеленым чаем я, в принципе, вместе с другими травами сочетала. Вообще, мальва, если ее делать настой, можно и протирать лицом, кожу. Не экспериментировала, экспериментировала просто с кучей всяких разных трав. В мальве содержится витамин С, если я не путаю, и витамин А. Можно вместе с травкой вот этими всеми листочками заваривать. Ну, в принципе, тут видно, что вот это зеленое. И если уж так сумбурно получилось, настой как делать, или он же чай, одну столовую ложку измельченной мальвы, либо
Я беру на пол чайничка, а чайник у меня где-то на 200 миллилитров. И заливаю крутым кипятком, который только еще скипел, еще пузырится. И настаиваю 10-15 минут. Можно пить так. Можно пить с медом. Ну, с конфеткой, я думаю, уже будет не то. Можно сочетать с мятой, с красным клевером. Можно вообще сочетать с чем угодно, делая на ней шампунь. Делала из нее гидролат в этом году. Но как-то он мне не так... Или стоял не там, где надо, или еще что-то. Вонял он жутко. Шампунь хорошо промывал. Единственное, что жутко вонял. Испортила потом этот шампунь добавлением эфирных масел лимонных. Лимонного еще какого-то. По-моему, лаванды он стал не совсем пениться и больше подходил бы для сухих волос. Ну, вообще, ссылку я дам на свою страничку ВКонтакте, где я описываю все свои опыты. Она вполне открытая, и если вы не зарегистрированы, вы все равно сможете это увидеть. В общем, мальва от кашля при желудке. В ней есть много слизи. Она сама по себе, даже когда заварите, ну, видно, вот она такая желеобразненькая. И даже не знаю, что еще сказать. И еще при авитаминозе ее свежую зелень едят, насколько мне известно, я не пробовала. Я пробовала ее только заваривать. Мне она нравится даже просто так попить, там, для общего, так сказать, самочувствия. Ну, я думаю, у меня, наверное, уже там заканчивается мое видео, поэтому думаю, надо попрощаться. Если вы меня смотрели, вам это видео было чем-то полезным, я очень рада. И вообще, я рада, если вы меня смотрели. Ну и, наверное, пока. И, возможно, завтра у меня будет обзор и фрешерской покупки в офлайновском магазине, ибо я еду в Ярик. Всем привет!